Добрый вечер. У меня появился новый лазер. Не сказать, что часто используемый мной агрегат в моей работе, но вот когда я, например, делаю кастомы на свой другой канал со сборками, я обычно с помощью лазера режу трафареты из виниловой пленки, которые я в последующем использую для покраски. И бывает еще нужно порезать какой-то, например, акрил или фанеру для тех же кастомов. И сегодня модель лазера Ortur Laser Master 2 Pro S2, по-моему, так называется, с головой на 10 ватт, самой мощной башкой. Успокойся. Лазер, как видите, у меня стоит уже собранный. Собирается он несложно. Там просто вы открываете инструкцию, QR-код сканируете, у вас всплывает видео на YouTube, и просто по видео собираете. Но мне повезло, во всем по старинке помогал Никитка, с которым мы не спеша собрали лазер, ну, примерно за часа 3. Из главного, что нужно учесть при сборке, это когда вы стыкуете профили, не забывайте вставлять в пазы закладные гайки. В них нужно будет прикручивать ножки. Сразу для тех, кто сюда зашел, просто не углубляясь во всю эту техничку этого лазера, там в инструкции, комплектации, вот здесь будет тайм-код, вы просто щелкаете на это время и сразу переходите к тестам. Все остальное вам может быть неинтересно. Этот лазер мне есть с чем сравнить, у меня был почти такой же, фирма ZBITU. Не я придумывал название. Там тоже, насколько я помню, 10-ваттная башка была у меня. И говоря про Ortur, что хочется отметить? Это его удобность и, ну, своего рода безопасность, что ли. Из удобности. Это вот такая вот пластиковая гусеница для фиксации провода питания моторчика и лазера. Но единственное, что отдельный провод на саму головку никак не фиксируется. И тут уже нужно, ну, что-то придумывать самому. Потому как при неудачном изгибе этого провода его может повредить. Дополнительно на нем установлен шкив с разрезной муфтой, чего не было на моем старом лазере. Они предотвращают перекос с двух сторон лазера во время работы. Это, так скажем, не обязательная опция, но порой от этого зависит качество гравировки и качество самого реза. Ремни, которые находятся по обе стороны, их нужно очень хорошо и равномерно натягивать. Равномерность натяжки можно проверить, ну, просто, например, надавив пальцем на ремень. Теперь говоря про безопасность. Значит, у него есть такая функция. Мы ее уже оценили с Никиткой. Значит, когда под головкой, вот вы режете, например, да, фанеру на плоской поверхности, то есть под фанерой никакого зазора нет. Она просто лежит, допустим, на металле, вот как у нас лежала. И в целях предотвращения возгорания лазер просто отключается. То есть, видимо, у него какой-то там есть датчик температуры, который такой смотрит, говорит: ребят, вы дебилы, извините, я выключаюсь. А чтобы вас сразу забрали в больницу, он издает громкие сигналы. Я уже все тесты провел этого лазера. Был один момент такой, что... Ну, это я тупанул. Значит, произошло воспламенение. Пожар, короче, произошел. Мне нужно было ровно вымерить гравировку под пластину. И я сначала подкладывал картон, делал гравировку на картоне, и потом по этой гравировке просто аккуратно ложил пластину, чтобы, ну, радиус совпадал. Так вот, при резке лазер прорезал и саму пластину, и прорезал картон. А вдобавок еще был ветер на улице. И все вот это вот дело раздувалось. И в один прекрасный момент загорелось. И загорелось не под головкой, а примерно на сантиметрах 20-15 от нее. И лазер продолжал резать, а огонь гореть. Не делайте так. Чтобы вам было интереснее смотреть эти тесты, я не буду вам говорить тайм-код этого происшествия, но он будет.
Вот еще момент, который я заметил. Интересный достаточно. У модуля лазерного, у него с двух сторон обдув. И это хорошо тем, что при длительной резке, там, скажем, часа полтора или два, голова у лазера, она не будет перегреваться. Теперь быстро пройдемся по комплекту и будем смотреть тесты. Есть все необходимые ключи для сборки, кроме крестовой отвертки. Блок питания 24 вольта 3 ампера. Кисточка, кусок фанеры для тестов, акрил толщиной 2 мм, хомуты, анодированная пластина для регулировки фокуса, защитные очки. И так как у нас голова подразумевает обдув, в комплект положили регулировку подачи воздуха, насадку, через которую дует воздух, трубку и дополнительный фитинг для нее, который при необходимости можно подцепить на шланг, например, вместо аэрографа. В этот раз я подготовил много материалов для резки и для гравировки. И чтобы не умирать навсегда здесь, в гараже, от удушья, мы с вами сейчас перенесемся на природу и все тесты будем проводить там. Так вот выглядит мое рабочее место. Сейчас будем резать и гравировать. Показываю все, как подключил. Это шланг, который идет на компрессор. Вот, я сразу поставил регулятор воздуха сюда. Вот сам стоит компрессор. И вот идет шланг на головку. Подсоединил еще ваттметр, чтобы посмотреть, сколько лазер будет потреблять при 100% нагрузке. Это все материалы, которые я подготовил для резки и гравировки. Очень коротко, по порядку. Черный пластик, мини-кувалда, лезвие для ножа, доска сосновая, резина, стопка фанеры, виниловая пленка, галька, каленое стекло, кожа, черное матовое оргстекло, белый пластик, МДФ, боковая крышка от корпуса, пластинка и пенополистирол. Возможно, что-то по ходу появится еще, но пока только вот это. Ну, собственно, здесь, конечно, моя ошибочка такая вышла. Не надо было пластинку оставлять на картоне. Вот. Но, значит, скорость там была 300, мощность 95 и один проход. В один проход все нормально прорезало. И пластинка резалась очень хорошо. Никакого нагара не было. То есть, ну, вот ничего не заплавлялось. И похоже, что защита не сработала от огня, потому что сама голова, она была где-то вот в этом месте, а огонь был вот здесь. И если бы огонь был под самой головой, то он бы выключился. Но как бы не знаю, чем бы это помогло, раз как бы огонь уже загорелся. Если бы здесь была система автоматического пожаротушения, было бы, наверное,
поинтереснее. С текстолитом ему достаточно тяжеловато. Так он его и не прожег. Вот что-то какие-то контуры там было видно. А так я, получается, делал мощность 100 и скорость 450. И последний я делал 11 проходов. За 11 проходов не прорезал. Вот такой вот был рисунок. Здесь, по сути, одни линии. И вот так вот получилось. Как-то давно, когда я делал еще проект Portal, у меня оставался вот такой вот трафарет. Я делал, красил вот по этому трафарету на футболке. Это синтетическая футболка, но она уже выдержала, не знаю, стирок, наверное, 15, если не больше. Вот сейчас сделаем еще один трафарет и покрасим сзади. Сейчас попробуем сделать 3D изображение, 3D гравировку. Для этого надо режим изображения, я сделал оттенки серого, минимальная мощность сделаю 0, максимальную 95 и скорость 2000. Вот такая вот картинка.
Получается, если вы будете делать скорость меньше при той же мощности, то сам объем рисунка, он будет более глубокий. Потребление лазера на скорости 10 тысяч миллиметров в минуту и 100% мощности. Вспомнил, что еще не показал гравировку анодированного алюминия. Достаточно неплохо получается. Предварительно поверхность нужно покрыть чем-то черным. Я вот просто покрасил перманентным маркером черным. Вот такой получился обзор. Спасибо, что смотрели. Обнял. И пока.